Пришло время ответить на вопросы. Зачем два монитора? Вот это у меня компьютер, а это у меня монитор. Это нужно для того, чтобы делать видео. Так как вот работают сейчас две камеры, да, вот камера и вон камера. Я это два видео объединяю в одну мультикамеру. В одну мультикамеру. И далее появляется здесь, значит, стол, где выложена программа. Здесь появляется окно, где идет монтаж. То есть не все слеплено в одном экране, ты там смотришь. А у вас больше места здесь. И это для удобства работы. Но сейчас я буду как раз делать видео, и вы все это увидите. Что я делаю? Сначала я должен сюда закачать видео в компьютер. Вот я снимаю, что сейчас происходит. Чтобы вы были в курсе дела. Это с камеры, вот с этой вот, сбрасывается видео. Теперь еще оно сбросится с этой камеры. Потом оно еще сбросится с этой камеры. И тогда можно будет приступать к монтажу. Сбросилось видео с этой камеры. И мы ее вынимаем. Ага, она исчезла. Значит, здесь нажимаем на такую штуку. Перед завершением отсоединить. Да, отсоединить. Все, отсоединяем. Доступ меню. Все ясно. Отсоединили. Подсоединяем другую камеру. Вот эту мы теперь отсоединяем. Вот так вот. Раз. Берем. Открываем. Сюда вставляем USB. Подключить к USB. Подключить. Вот мы подключили. Теперь, что мы делаем теперь, вот так. Теперь у нас, вот она, Sony 1 появилась, камера, вот она, видео. И для Sony 1 у нас есть вот такая папочка. Значит, тогда я просто-напросто вот сюда ее перебрасываю, Sony 2. Итого у нас получится видео с трех камер. И вот это видео с трех камер надо будет объединить в одно целое. Значит, вот посмотрели эту статистику. Действительно, очень она о многом может сказать. То есть народ, начиная с 18 лет до 54 лет, он хочет получить какие-то новые полезные знания. И вот эти новые полезные знания — закачать видео в компьютер. Я выключаю вторую камеру. Одна камера работает, чтобы просто было вам видно. То есть вот она, камера. У меня две таких камеры Sony. Старенькие Sony. Handicap снимает в HD. Марка HDRXX550E Sony. Обе одинаковые. Значит, что я делаю? Смотрите. Я открываю. Присоединяю USB. Здесь нажимаю подсоединить к USB. Подсоединил. И дальше у меня здесь появляется камера Sony. Но чтобы вам нагляднее было, как идет процесс, я запускаю вот такую камеру GoPro, включаю мотор,
Ага, в рабочем состоянии. Теперь включаю стабилизатор. Вот, стабилизатор. И, как говорится, от винта. Итак, у нас с вами, сюда смотрим. Видео сбросилось. Вот она, видео Sony 1. Вот она, Sony 2. Есть Sony 1, Sony 2 одинаково. Значит, это мы вынимаем отсюда. То есть удаляем, отключаем камеру. Камеру отключаем. Да, отключили. Вот. Доступ к внутренней памяти, к внешней памяти. Закрываем. И откладываем теперь. Вот смотрите теперь, что я делаю. Значит, нам уже Safari не надо, чтобы она просто не загружала компьютер. Мы его завершаем. Magnesia тоже нам не надо. Вот эти две папочки так оставим открытыми. И вот она программа Final Cut Pro 10. Вот мы ее запускаем щелчком. Эта программа специально создана для работы с носителями, с электронными носителями. У нас появляется, видите, само окно программы. И тут окна, где будут видео у нас и где будут окошки мультикамеры. То есть зачем это надо? Если бы у меня был бы один экран, то вот это вот окошко должно было бы размещено быть здесь. То есть здесь было бы все налеплено. Хотя все это большое, оно бы, конечно, уместилось, но... Так, сейчас просто-напросто очищаем. Ага, тут все уже очищено у нас. И теперь мы сбрасываем. Вот это вот видео должно сейчас быть здесь. Для этого мы нажимаем вот такую кнопочку. У нас получается диск HD пользователи. Так. Ищем, где наша папочка. Вот она, папочка Sony 1. Нажимаем на нее. Загружается три клипа. Мы их сбрасываем. Import all. Да, все, импортируем. Куда? Вот сюда, сюда. То есть импорт идет. Вот они уже выложили здесь. И их уже можно будет обозначить камеру. Ага, камера, вот она, камера. Так, камера 1. Это тоже у нас камера 1. То есть это видео с одной и той же камеры, поэтому она будет у нас одна. Теперь мы должны сбросить видео со второй камеры. Для этого мы нажимаем, смотрите, Sony 1 это было, да? Sony 1, это вот, можно уже это закрыть. Мы опять нажимаем на вот эту штучку. И нам надо рабочий стол. Так, поехали, поехали. Sony 2. Открываем. Sony 2 у нас всего лишь навсего один клип. Видите, тут я рот открыл. Нажимаем на Import All. Туда же самое. Опачки, пошел. Где он пошел, смотрим. Sony 2 клип. Мы назначаем камеру 2. Камера 2 вышла. Все хорошо. Теперь что мы делаем? Мы должны сделать мультикамеру. О, рот открыл. Ха-ха-ха-ха. Мы должны сделать мультикамеру. Для этого мы должны еще вот эти вот клипы соединить. Постойте. Сейчас мы немножечко разберемся. Это я записывал одной камерой. Это я записывал
Это я тоже записывал одно. Нам надо. Вот тут важно смотреть по времени. 3 минуты, 52 секунды, 43 минуты и 8 минут. Третий, да, последний. И вот смотрите, и клип этот у нас 12 минут 23 секунды. То есть это видео было первое. А нам надо для мультикамеры вот эти только два. И поэтому мы их вот так щелкаем и говорим создать новый мультиклип. Мы его назовем один. Щелкаем. И начинается создание этого клипа. Смотрите теперь сюда. Вот видите, это показывает одна из камер, что у нас имеется на рабочем столе. Так, мы это все смотрим. Идет обсчет, синхронизация вот этих двух видео вместе и выдача их в одну, так сказать, мультикамеру, в которой будут находиться два видео. Ага, вот она уже получилась. И теперь смотрите. Вот она у нас, мультикамера. А теперь в этом окошке появилось два окошка. Что я делаю? Я эту мультикамеру положу-ка вот сюда вот. Это называется на рабочую ленту, что ли, так она называется. И теперь посмотрим. Вот я включаю видео. Пошла. Смотрите, что получается. Вот у нас две камеры. Пришло время ответить на вопросы. Пришло время ответить на вопросы, А да? заодно сделать Вот он идет. такое интересное предложение. И вот смотрите, что сейчас я буду делать. Я предлагаю вам, ну, будем говорить, вначале, как бы сказать, высказаться. Вот для того, чтобы вот эта вот камера была вот здесь вот, это основная, то, что будет браться из этих двух камер и показываться в конце концов в видео, необходимо переключиться. Ну, клавиши я не показываю, переключаемся. Итак, опять мы показываем. Вот пошла. Пошла, 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 пошло. Вот появились две. Пришло время ответить на вопросы. Теперь смотрите, что я делаю. Ну, я пропустил, пришло время ответить на вопросы, да? Теперь я, смотрите, возвращаюсь вот сюда. Ага, вот. То есть, вот я, видите, если вот сюда установил. Теперь я это отрезаю и устанавливаю камеру 2. Опачки! Все. И теперь я начинаю все говорить. Пришло время